Сегодня мэр столицы Сибири подписал распоряжение о назначении Дмитрия Зайкова начальником департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска. Дмитрий Викторович работал в государственных, муниципальных и коммерческих структурах. В том числе был директором комбината бытовых услуг Бердска. Дмитрий Зайков пробыл на посту руководителя КБУ всего 3,5 месяца, после чего уволился по собственному желанию и перешел в мэрию Новосибирска. К своим обязанностям Зайков приступил сегодня, 10 июня.